29 ноября в Якутии отметят Всемирный день благотворительности. В рамках памятной даты в республике стартует общественная инициатива по развитию благотворительности «Щедрый вторник». В этот день миллионы последователей инициативы по миру совершают самые разные действия в пользу благотворительных организаций. В Якутии к этому дню приурочены разнообразные добрые дела, в том числе сбор средств в помощь детям с онкологическими заболеваниями в благотворительный фонд «Праздник жизни». В этом году Россия активно подключилась к этой акции, и Республика Саха-Якутия одним из первых регионов тоже активно себя проявляет. Средства массовой информации, бизнес-структуры, некоммерческие организации, общественность и органы госвласти совместно мы объявили старт этой акции, и мы завершим, подытожим 29 ноября площадки национальной вещательной компании «Саха» в прямом эфире. В этом году мы решили помочь собрать деньги детям онкобольным.